ежедневно было на контроле своих товарищей, как с местными властями, так и правильно принимать любые. Вооруженные силы готовы в любой момент прийти на помощь. Свежи в памяти наши полеты с наших самолетов Ил-76 в Китайскую Народную Республику, когда главой государства было принято решение оказать помощь китайскому народу. И мы, кстати, были одни из первых, кто выполнил полеты с гуманитарной помощью в Китай. Также мы наши полеты самолетов Ил-76 в Пекин, когда мы возили вакцину. Вот сегодня беда в Турции. Глава государства также принял решение оказать помощь турецкому народу. И мы тоже одни из первых оперативно, профессионально и своевременно выполняем эти полеты. Полет до Турции составит где-то 5,5-6 часов. Обратно будет возвращаться через Российскую Федерацию полет в Сочи для дозаправки. Полеты наши мы выполняем регулярно и готовы выполнить любую задачу. Сегодня миссия, конкретно на крыльях военной авиации летит помощь и спасение для турецкого народа. А это лучшая миссия для людей в погонах.